мы пришли к Ангелиночке в комнату, и она тут, оказывается, не спит, а бодрствует, да? У нее такая вот белая с розовым кроваточка. Здесь нарисован мишка с цветочками разными. Тут у нее градусник с кошечкой. Луна с кошечкой. Вот здесь звездочки. Да. Вот там вот крабик. Да, Дотик? Показываю всем твою комнату. А вот это модуль играет. Тут разные бабочки-мошки вертятся, кружатся. Колокольчик. А вот здесь вот такая вот гусеница. Листочка, можно задавать длительность проигрыша музыки на 15-30 минут и на час. Также тут есть разные кнопочки. Это увеличение громкости, уменьшение громкости, подсветка. Вот. Потом остановка музыки, включение музыки и остановка вращения вот этих бабочек. Ангелочек, тебе нравится, да? Нравится. Мошечки разные, да? Одеяльце такое легенькое, да? Одежда Ангелинки. Подгузники. Так, мы все твое богатство показывать не будем. Рассмотрим этот мобиль поближе. Он называется BMW Веселая Полянка. Или еще называют его Солнечная Полянка. Так, тут у нас идет вот такая гусеница и 5 кнопочек. Кнопочка выключения-включения звука, кнопочка выключения-выключения карусельки, кнопочка выключения-выключения подсветки, кнопочка снижения громкости и повышения громкости. И еще есть такой вот переключатель выключения, включения, отсрочки до выключения 15, 30 и 60 минут. Вот так. Мобиль включается, снижается громкость, так увеличивается. Вот эта кнопочка подсветки. Включается, выключается подсветка. Если нажать вот эту кнопку, то каруселька будет вращаться. Если еще раз нажать, то выключится. Но сейчас она не подсоединена сюда. Это кнопочка звука. Каруселька может вертеться, но звука не будет. Музыка не будет играть. Для работы нам нужны 4 батарейки АА мощностью 1,5 Вт. Здесь идет крепление. Желательно сюда приклеить тоненький слой поролона, либо еще какую-то другую такую прослойку, чтобы не поцарапать кроватку детскую. И у нас есть вот такой еще пульт, синий-красный, с звездочкой. На звездочке вот такое цепечко. Если, допустим, включен мобиль, то мы можем ее выключить. Вот так. Раз нажали, и все, не нужно вставать, выключать и также самовключать. Конечно, желательно, чтобы здесь была качелька регулировки громкости, потому что когда вот включаешь, то музыка играет на максимальной громкости. Очень удобная штука. Тут две батарейки мощностью 1,5 Вт АА. Мобиль очень красивый. Он такого салатового яркого цвета. Ну и гусеница очень смешная и классная. Улыбается или облизывается. Очень ярко и красиво подходит под кроватку. Потом подвеску можно снимать и фиксировать ее вот так на диване. Ну, в случае, когда батарейки, например, сядут, да? И Ангелиночка будет играть, да, Дотя? Покажешь, как ты играешь? Дотя, у тебя что, икотка, да? Говорю, икотка у тебя? Да. И все, Ангелиночка начинает играться вот так. Так даже и, наверное, лучше. Вот так. Одну бабочку
вторую бабочку, вот уже колокольчик вот пошел. И вот так она играет. Так что модуль хорош даже и без батареек. Нам весело, хорошо. Вот так она, Ириночка, играется с модулем. Это у нас колокольчик. Вот голубая мошка-мотылёк. Зелёная. Жёлтенькая. С красной и синей полоской. И оранжевая. Мошка с синей и зелёной полоской. А еще какой-то, вот смотри, жучок. Это у него крылышки какие-то, да? Глазки черненькие. Тебя же пугать нельзя, Дотя. А ты икаешь и икаешь. Замучила икотка, да?